и прошли рядовой. Десантный катер был сбит над этими пещерами. Она мне дала импульсную винтовку? А я, может, не хотел. Ну, впрочем, ладно. Да прибудет с вами лицехваты, да прибудут с вами лицехваты, с вами Дарт. Продолжаем играть. Чужой против хищника 2000, мать его, 10-го года. О, я помню эту миссию, она клевая. Геологи говорят, что пещеры под заводом уходят на большую глубину. Я раз напился с одним из них, из геологов, то есть, и он сказал, что туннели эти неестественного происхождения. Но и не людьми проделаны. Я вам, как геолог, человек, который получил диплом бакалавра, скажу, что мы в этом шарим, да, мы в этом шарим. Твою мать, не дергайся! Пугаешь только. Блин, не хочу я снайперку. Я могу только вот на это поменять, в принципе. Да, она помощнее будет импульсной винтовки. Опа-на! Ну-ка, иди-ка сюда-ка. Пойди-ка сюда-ка. Куда ты делся? Ну ладно. Так, а как мне залезть наверх? Я хочу взять эту запись. Где-нибудь есть подъем? И мне очень не нравятся звуки. Где-где? Прям рядом? Надо мной, что ли? Скотина. Да где он? Ага, надо мной, я тебя понял. Ну иди сюда, ко мне. О, больно. Подкрасться хотел, сволочь. Не тут-то было. Чем мне нравится эта пушка? Два выстрела, и любой чужой, без разницы, куда вы ему попали, он будет трупом. То есть, в принципе, выгодное вложение. Но импульсная винтовка стреляет быстро. Вот эти мушки, конечно. Круто в тех случаях... Где? Ой-ё! Так близко? Он чё? Он чё, спал, а я пнул его, что ли, во время сна? Ну и ясное дело, что-то они нашли там, внизу. Вдруг откуда ни возьмись, везде объявились парни из корпорации. Кто-то сказал, что Вейланд тоже тут был, но сам я его не видел. Зато видел боевых андроидов. У меня от них мурашки по коже. А почему, кстати, боевые андроиды запрещены? Это же удобно. Никто из людей не погибнет. Просто посылаешь их в бой, и все живы, здоровы. В чем проблема, я не понимаю. Либо, типа, использовать боевых андроидов против... Сюда! Господи. Она попалась! Скорее, рядовой! Типа, нельзя против людей их использовать? Типа, это нечестно или что? Типа, они лучше людей, более устойчивы. В чем проблема, не понимаю. Увидел его. Я тебя увидел! Засранцы. Так, теперь мне нужно вниз. Ну, сволочи думают, я их не вижу. Я их вижу. Всех вижу. Музыка, ну, как сказать, наверное, она... Прям в тему, потому что мне реально она мурашки по коже, так что в тему, наверное. Вейланд дал нам не слишком много времени. Скоро научная бригада займется расшифровкой хранящихся здесь данных. Мы были правы. Это гробница, построенная охотниками, чтобы воздать почести великому королю или воину их расы. Невероятно, сколько удалось узнать, исследовав одну лишь комнату. Исследовали бы они мою комнату, еще бы не то нашли. А, так, ладно. Пойдем дальше. Блин, вот такой звук, типа, бу-бум. Я думаю, что, типа, а вдруг это...
чужой. Слушай, а я могу в воду спускаться? Типа, вот здесь я могу гулять. Просто думаю, вдруг там что-нибудь лежит. Я только что потерялся в текстурах и подумал, что справа от меня чужой. Мешает мне пройти. Так, о, смотрите, мы до построек дошли. Круто, круто. Похоже, людей Вейланда интересовали руины. Осторожнее. Коридор оснащен чем-то вроде голографической системы. Несмотря на ее возраст, полагаю, система по-прежнему в рабочем состоянии. Однако мы не знаем, как она приводится в действие и что должна отображать. Мы здесь всего лишь незваные гости. Нам неизвестно, как работает этот комплекс. Так, там что-то произошло. Я могла направить сюда боевых андроидов. Там вот этот звук был? Я что-то был должен увидеть, но я что-то все проморгал. На все забил, короче. Дробовичок-то не дашь мне, да? По-моему, у меня сейчас будет битва с хищником. Я что-то не хочу. Что за звуки? Ага, сейчас будут хищники. О, чужие лезть, давай. Ага, где? Уползи. Где, где? Где этот козел? Я его не вижу, помогите. Ага, увидел. Ползи сюда, сволочь. Ползи. Красавец, красавец. Всегда бы так делал, как я говорю. Так, подожди, кто-то прям тут был, что ли? Моргал. Вот это мне... Ага, класс. Еще один. Или их всего двое. Сквозь стены то, что она. Офигеть, он без башки, короче, стоит такой, выцеливает. Опа. Где? Наверху, что ли? Да вроде нет. А, он взорвался, блин. А что ты орешь-то? Да, возьму импульсную винтовку в жопу, короче.
эффективнее гораздо будет. Тем более у всех тут импульсные винтовки. Ай-яй. Че в них взять? Сейчас я с тобой поговорю, режим наблюдения. Почему они должны меня убить? Почему я для них такая угроза, я не понимаю. Ох, как тупо это было. Я забыл, что у этой пушки нет прицела. Гранату просрал, ну ладно. Так, а кто в меня стрелял? Типа, там одного я помню, а... Здесь же еще был один, нет? А, вон они. Знаешь, иди сюда. Так и знал, что ты притворюшка. И ты тоже. Похоже, вам придется немного полазить. Полазить? В смысле? Кто тут еще полазить? Сама ты полазить. Мне птичка. Мои просьбы прислать новых рабочих на раскопки не увенчались особым успехом. На первом месте Вейланд. Чертов Вейланд. Если дело чертов не касается Вейланд. Его драгоценной пирамиды или ручных монстров Кроува, то ему на все наплевать. Шайтаны, кто тут? Хадзи, мне страшно. Подожди, полазить. В этом плане полазить. Чё тут? Больно. Как ты тут оказался? Ох, и не спрашивай. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. О, ща будет клево. Она сама нацеливается, короче, этот пулемет. И просто вставишь. Во второй части Чужие 2 было. Тревога! Осторожно! Твою же мать! Вот он! Твою мать! Черт его дери! Где? Твою-то мать! Вот он! Лица, не расслабляемся. Блин, у меня еще патроны кончатся. Где? Давай. Да где? Вот тварь. А как пушка? Объясните мне. Объясните мне, как пушка сама может стрелять? Типа, я могу вот так держать, и она будет стрелять в правый угол вообще. Как она это делает? Че, самонаводящиеся пули или че, я не понимаю. Как они летят именно в цель? Мне вот это не всегда интересовало.
Одно дело помочь нацелить, это да. Типа вот туда стреляй. А другое вообще нас за тебя стреляет. Ну, это может в игре так сделано. Где? Где эта тварь? Ой-ё! Твою мать! Скорее! Давай в катер! Какой катер? Пойду поверху, ладно. Патроны кончились неожиданно вообще. Невероятно, но факт. А, в этот катер? Зачем нам в него возвращаться? Что-то не понял. Блин, ксеноморф тут, конечно, вообще до жопы. Подождите, ребята, я тут гляну. Полезное что-то. Вернемся к работе. Чувство священного трепета, охватившего меня в первый момент, уступило место восторгу от того, с чем нам довелось столкнуться. Источник столь чистый, что ценность его невозможно переоценить. Это они имеют в виду чисто генетический какой-то ксеноморф или что? А я, кстати, понял, где я патроны взял. О, смотрите. Прикольно. Я понял, где я взял патроны. Я к этой турельке подошел, и мне дали патрончики. Спасибо. Ну, то есть, я вначале думал, что когда я начинал играть, думал, что в игре маленькое разнообразие по оружию, только какой-нибудь дробовик и импульсная винтовка. А тут, оказывается, до хрена всего. То есть, я, типа, могу бегать либо с ним, либо выбрать себе другую пушку, да? Кто? Давай поменяем. Где? Иди сюда. Вот упырь. После крушения на нас напали. Они утащили капрала. Мы ничего не смогли. Мы оставили троих. Пошли. Надо спасать текилу? Команда. Текилу утащили. Их больше нет. Всех собрали эти твари. Топары. Мне нужно выбраться отсюда и предупредить. Нет! Было бы классно еще шипение ксеноморфа на фоне услышать. Кстати, что я хотел сказать. Типа меня спрашивают, ну, спрашивают, почему все время говорят тварь. Да потому что это везде... Везде говорят, что они твари. Все говорят. Ты чё, ублюдок, делаешь? Тебе жопа. Ты труп, ты понял? Чёрт, куда он делся? Что это вообще за тварь? Сейчас мы, блин, его найдем. Это, короче, у меня сейчас будет мини-босс. Походу, остались только мы с тобой. Давай не разделяться. Прикрывай меня, а я прикрою тебя. Да, я так и подумал. Подожди, хищник, он же должен отображаться на сканере этих. Слышали? Он был тут секунду назад.
Не снижай. Сколько там этих тварей? Вы слышите? Десант, не расслабляемся. Что там было? Я там творю. Уродцы. Не снижаем бдительности. Да кто ее снижает? Вот в эту арену я, наверное, упаду или типа того. Давай, растворяйся быстрее. Идем. Надо спасать текилу от этих тварей. Среди руин мы продолжаем находить изображения ксеноморфов. Эти существа имели важное значение для охотников. Но какое? Кто они? Домашние животные, враги или боги? Я уверен, ответ прячется где-то здесь. Так, чел, ты куда ушел? Он бы сейчас тебя слил уже, кстати. Сзади идут. Где, где он идет? Не расслабляемся. То есть, короче, эта фигня работает только когда двигаешься. То есть, когда это фигня. Нам крышка. Они нас убьют. Где? Ну сползай. Слышали? Ну слушай, где-то вот тут тварюка. А, вон они двое. Фу, ты еще жив, слава богу. Я ждал, ну тебя убили. Нам конец. Быстро, вот видите. Не снижаем бдительности. Кто ее снизил? Ты бесишь? Моя бдительность 350%. Особенно когда очко поджимает. Так что давай не будем сейчас. Вот. Что? Где? Блин, это бочонок, я думал, ты чужой. Ну и где эта тварь заныкалась? Мне так не нравится. Он сидит, не двигается. Бой! К бою готов. Где второй? Или какой там? Третий, я не знаю. Десант, не расслабляемся. Почему вдвоем? Почему вдвоем? Вы слышали? Почему у нас не может быть больше? Не снижаем бдительности. Я тебя убью. Дробовик вообще просто. Как они вообще здесь оказались? Да, всегда буду брать дробовик, пофиг на эту снайперку. Мне просто патронов больше, и мощность, например, такая же, дальнобойная. Почему бы ее не взять? Чё пугаешь меня? Я думал, тебя уже убили. Но если бы я реально, ну, был бы и тут был охотник, я бы уже был бы труп, это 100%. Я 500 раз отошел уже. А где эта скотина? Она же где-то тут. Получай. Где? Текстуром стрелять такое себе, конечно. Он сломался, по-моему. Мне очень жаль. Теперь вы одни. Теперь я один, походу, вообще. Да, я не заметил, короче, отвлекся. Кажется, здесь работали сотрудники Вейланда. Наверняка здесь есть еще один пульт управления дверью.
Ладно, раз я остался один, буду с этим упырем вот таким образом разговаривать. Убил, а? Как я не заметил-то вообще? Может, он просто исчезает, типа, вообще такой? Кажется, я нашла. Теперь следуйте за указателем. Каким указателем? Спуститься, что ли, предлагаешь? Блин, звук напугал, я свалился. И как отсюда выбраться? Что за тупой указатель? Я вообще не понимаю. Ага, он только путает меня больше. Сам бы нашел куда лучше. Да что? Что происходит? А, вот он, мертвый. Так, ну сюда, я изначально сюда шел. И дальше-то что? А, вот это пульт? Нет, это не он. А, блин, тормоз. Серьезно? Конечно. Не удается установить связь с системой в этой точке. Корпорация держала ее в тайне от меня. Загляните в кабину. Вдруг там найдется что-то полезное. Ага, вот он уже ржет надо мной. Ну давай поиграем с тобой. Давай поиграем. Трескотник. Я тебя буду звать Трескотник, который такой арррр вот так делает. Да, именно. Ухахатываешься там надо мной, да? Ну давай. Кстати, сейчас опрометчиво было. Типа, вдруг этот ксеноморф живой. В лаборатории что-то случилось. Станцию монорельса захватили ксеноморфы. И королева тоже с ними. Если ей позволят создать улей, это катастрофа. Вейланд полностью утратил контроль над ситуацией. По-моему, вначале надо было проходить за чужого, потом, по-моему, за хищника и только потом за морпеха. Посмотрите, не, спасибо. В кабине. Посмотрю, посмотрю.
Я нахожу все новые подтверждения моей теории о взаимоотношениях охотников и ксеноморфов. Ксеноморфы – священная добыча, побеждая которую, охотник проявлял свою отвагу и искусство. Для охотников ксеноморфы были воистину самой опасной добычей во Вселенной. Еще бы. Если даже солдат... Ой, если даже обычный трутень чужого мог убить... Хышника мог убить. Слушай, да мне пофиг, что ты где-то здесь. Вообще пофиг. Музыка нагнетает, конечно, но... Блин, тут просто туман. Ладно. Я сейчас, короче, свалюсь туда. Не знаю, каким образом. Ну, в общем, свалюсь. И... Буду там с ним драться. Заколебал. Теперь я понял, как я свалился. Фига он меня киданул. Хрен знает, где он. Да чё, ксеноморфы? Что это была за фигня? Ого! Выходи, ублюдок. Ну и где он? Фига ты жесткий! Дверь кабины открылась перед боем. Обыщите кабину. Может, там
Когда эта тварь погибла, на арене поднялась решетка. Может, это путь наверх? Последнее, конечно, было жестко, когда он это... Прям такой ринулся на меня. Это я не ожидал. Было неожиданно. Ну, типа, будет как в фильмах, что меня вознаградят чужие хищники, типа, что я такой красавчик. Убил там одного из них, все дела. Меня не наградят. Начинаю понимать, ксеноморфы. Их разум — это разум улья, древний и всеобъемлющий. Может быть, их сознание охватывает весь вид в целом? Да, к сожалению, всех записей я не нашел. Спасибо. Я на связи. Доступ к их аппаратуре. Стойте. Вижу сигнал десантника. Это, наверное, ваш друг. Она жива? Я открыла дверь. Вероятно, они изучали то, что за этими стенами. Ага, вот он, улей. Ага, по бокам два чужих, может быть. Вот один точно. Рюге. Многие месяцы я изучал изображения ксеноморфов. Они здесь повсюду. Мы полагали, что в этом мире их больше не осталось. Однако, если они вернулись, возможно, за ними возвратились и охотники. Вот видите, тут тоже чужой. Но он почему-то не вылезает, не знаю почему. Надо мимо них проходить, конечно. Черт, как ты меня нашел! По-моему, это дичь какая-то. Звучит заманчиво. Типа, нифига она не поможет, она там для своих целей. Погнали дальше. Ты же идешь? Ты думал, вдруг забыла про меня?
больше никто из наших не выживет. Поразительно, наш правый курсант решил самых крутых бойцов. Нет, я просто умею стрелять. И у меня просто очко жим-жим. И поэтому я стреляю метко. Либо 50 тысяч патронов выпускаю, чтобы наверняка. Знаешь, работает. Дохнут. Они дохнут, да. Какой-то маленький хищник. Я думал, он выше. Ну, хотя тут где-то 2 метра и будет, в принципе. Там есть, наверное, и более крупные. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем личинка... Ну что, мы идем? И не зови меня капралом, можно просто текила. О, уже так? Ну давай, иди сюда, тварь. Я же видел тебя, скотина. Я прочитала ваш маршрут, смотрите на указатель цели. Курсант, почему она говорит как автоответчик? А мне почем знать? Так, мне не нравится, что какая-то тварь тут рядом. Опять на эту арену спустились? Да где? Да еще тварь! Пошел нафиг! Давай, открывай. Я жду. Миссия уже что-то затянулась прям. Отлично. Теперь вам открыт путь в лабораторию. Спешите. Вперед! А, все. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Я думаю, следующая миссия будет последней, либо предпоследней. А увидимся с вами в следующем видео. Да пребудут с вами лицехваты. И всем пока.